she'll be back home till sunrise. Всем привет, меня зовут Вика, и это видео вы долго ждали и просили меня, и вот я снимаю для вас продолжение. И как вы догадались по названию, сегодня мы будем повторять фото блогеров. Ну а перед началом видео обязательно подпишись на мой канал и не забудь поставить колокольчик, чтобы не пропустить ни одного моего видео. Также поставь палец вверх под этим видео и давайте наберем 66 пальцев вверх, я уверена, что мы справимся. Также не забывай подписываться на мои социальные сети, такие как 2 инстаграма профильные и лайв инстаграм, также твиттер, фейсбук, вконтакте, добавляйтесь, друзья, пишите мне, с удовольствием с вами пообщаюсь. И давайте скорее начинать. Итак, первая фотография — это фотография Саши Кэт. Мы нашли приблизительную локацию, тут все более-менее фиолетово. Более-менее фиолетово, ха. У меня есть такие же очки, я сделала такую же прическу. Я вся в черном, вы это увидите на фото. А, вы и так увидите. Рюкзака желтого у меня, к сожалению, нету. Но будет коричневый, я попробую, может быть, в фотошопе сделать его желтым. Но это не точно. И давайте попробуем что-нибудь сделать. Фотография Саши Чистовой, и она получилась не совсем так, как я этого хотела, но в принципе, по-моему, похоже. Я легким движением руки из этой черной футболки сделала топ. Черные джинсы у меня были, карусель тоже. Правда, мешает немного забор, но я думаю, это не столь важно, и, по-моему, получилось неплохо. Так, мы сейчас находимся на стоянке. Я повторила образ Насти Свен. Неважно. У меня черная кожаная куртка, непонятный коктейль, зеленая трубочка, заправленное левое ухо. И мне кажется, получилось очень похоже. Так что давайте посмотрим, как это было. А еще у меня есть дальше. Ну что ж, я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео, так что поставь палец вверх, подпишись на мой канал, напиши в комментах, какая фотография была более похожей, а мы с вами увидимся совсем скоро, сияйте, пока!